Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проверил ход строительства нового детского сада в ЖК «Равновесие». Там уже выполнены монолитные работы, завершается остекление. Рабочие делают кровлю, монтируют фасад. Приступили к отделке внутренних помещений и монтажу оборудования. На прилегающей территории готовят площадки для прогулочных веранд. На объекте работают 70 человек и 3 единицы техники. Строительство идет по графику. До конца этого года детский сад будет полностью готов.